А по жопе тебе не дать? Зачем? Лариска вчера кофту новую купила. Я тоже хочу. А если Лариска прыгать пойдет с 10-го этажа, ты тоже прыгнешь? Я тоже много чего хочу. Ну, мам. Не мамкой. На. Ну что, нашла уже себе парня? Да нет, ты знаешь, они все какие-то не такие. Я же принца хочу, чтобы он был красивый, богатый, не пил, не курил, детей любил. Слышишь, Клуша, подвинься. Женя, это он. Ну все. Fatality. Ну уж нет. Ну пожалуйста, 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 пожалуйста. Я не поведусь на это снова. Ты меня совсем не любишь, никогда не покупаешь. Ладно, ладно, ну перестань, хорошо. Ну, от одной штучки точно ничего не будет. Пипец, так и знала. Решила я, значит, снять нарощенные ресницы, чтобы они окрепли там, отдохнули. Но, походу, вместе с ними мне удалили и глаза. Все, я не могу так. Я еду наращивать глаза обратно. Ну вот, другое дело. Нравится, нравится? Затока, Белгород, Ильичевск. Ильичевск, Белгород, Затока. Едем недорого. Купи магнитик. Давай покатаемся на катере. Да, поехали на экскурсию. Сдам квартиру возле моря, недорого. Квартира за 100 гривен прямо возле моря? Супер, поехали. Ха. Значит так, платье на привозе возьмем, а Маринке скажем, что в Милане были, понятно? Ладно. А где ты отдыхал этим летом? Я худею. В смысле худею. Хотя... Все правильно. Вот уже четвертый месяц я жру одну траву. Занимаюсь интенсивными тренировками. Толку ноль. А моя подруга жрет бургеры, шоколадки и не толстеет. Сука. Вот что это такое? Это же очень благодой. Это же шоколад. Это же шоколад. Это же очень шоколад. Достала. Привет! Меня часто спрашивают. Алина, а почему ты стала нейл-мастером? Почему? Потому. Решила я недавно не сходить в салон. Пафосный такой, элитный. Думала, сэкономлю время и нервы. Ага, конечно. Затеки раз, затеки два. А тут база под кутикулу не залазит. У всех залазит, а у нее не залазит. Затек... Так еще и кусочек пальца отсутствует. Видите ли, там был заусенец. Не было там никакого заусенца. Так это еще шикарный маникюр, ребята. Бывает и такое. Что? Что это такое? Что это такое? Качество. О стерилизации я вообще молчу. Хотя нет, расскажу в следующем видео. Зайна, пожалуйста! Нет. Пожалуйста! Ты как? Вкусно? Да. А теперь можно? Нет. Зайна, пожалуйста! Нет.
Нет! А я же говорила, что выщипаю твои брови. Бывший. Очень странный предмет. Вроде бы в прошлом, а вроде и нет. Только ты про него забыл, а он как говно в ополонке всплыл. На горизонте опять нарисовался. Родной, ты шо, вчера набухался? Ау, Фидерзейн, бай-бай. Пока, твой пункт назначения нахуй тебе туда. Вы не мой капитан, а я не ваш океан. Что за херня? Это не фигня, это термосумка. Кстати, холодненькая. Будешь?